Всем привет! Сегодня уже 18 апреля. Решила записать небольшое видео для своих подписчиков. Очень приятно, что многие переживают. Казалось бы, совсем незнакомые тебе люди, но стали очень близкие. Это очень приятно. Воскресенье уже Пасха, но в этом году хотела печь, записать рецепт для вас, но не получится. Живем в чужом доме, поэтому минимум у нас всякой посуды. В один момент стали минималисты. Пару кастрюлек, пару сковородок. Поэтому особо нет возможности не готовить. Так, для себя то супчик сварим, то пюрешку, котлетки. В общем, готовим, грубо говоря, так, чтобы было что покушать. Когда уезжали из дома, не думали, что так надолго уедем. Думали, пересидим немножко, все закончится, вернемся, но получается не так, как хотелось. Поэтому вещей, конечно, взяли минимум. В чем были, практически в том уехали. Ну, тогда не до этого было. Сейчас, конечно, думаю, что можно было взять и то, и другое, но уже есть, все есть как есть. Все как получилось. Всем спасибо за поддержку. Буду стараться снимать вам небольшие видео. У нас все хорошо. Всем спасибо. Всем пока.